Замок мечты. Привет, дизайнер Мю-Мю. Я Хэнк, владелец замка. Поможешь мне преобразить мой замок? Конечно, ты можешь рассчитывать на меня. Это гостиная. Нам надо отремонтировать и обновить люстру, окна, камин, столы и кресла. Давай начнем. Давай соберем обеденный стол. Окна такие грязные. Ух ты, так чисто! Давай повесим новые занавески. Великолепен! Выбери любой абажур. Замечательно. Уложи кирпичи, чтобы сделать камин. Прекрасно! Гостиная комната выглядит великолепно! Теперь давай выберем изысканную мебель и украшения. Вперед! Thank you.
Эта гостиная комната великолепна! Давай сфотографируем ее. Я люблю свой замок. Спасибо, Мю-Мю. Спасибо. Я очень рада, что тебе понравился мой дизайн. Есть сад. Привет, дизайнер Мю-Мю. Я Мими, хозяйка этого замка. Поможешь мне преобразить его? Конечно, ты можешь рассчитывать на меня. Мы планируем в саду построить фонтан, разбить клумбу, установить качели и сделать домик для домашнего питомца. Вперед! Давай здесь построим фонтан. Замечательно! В клумбе столько много сорняков, давай избавимся от них. Давай посадим Ух ты, как красиво! Давай избавимся от этих жучков. Прекрасно. Давай сюда установим качели. А теперь закрепим наши качели веревкой. Великолепен! Давай построим красивый домик для щеночка. Thank you.
щеночку обязательно понравится его новый домик. Замечательно! Теперь давай выберем украшения. Вперед! Этот сад великолепен! Давай сфотографируем ее. Выбери комнату и начни преображение замка. Это гостиная. Нам надо отремонтировать и обновить люстру, окна, камин, столы и кресла. Давай начнем. Окна такие грязные. Повесим новые занавески. Замечательно! Давай соберем обеденный стол. Проведи пальцем, чтобы вкрутить лампочку. Прекрасно! Уложи кирпичи, чтобы сделать камин. Замечательно! Гостиная комната выглядит великолепно! Теперь давай выберем изысканную мебель и украшения. Вперед!
Эта гостиная комната великолепна! Давай сфотографируем ее. Давай сначала поклеим обои и положим напольную плитку. Давай положим плитку. Теперь давай подготовим кровать, шкаф и комод в спальную комнату. Собери шкаф. Разложи одежду в шкафу. Прекрасно! Давай выпилим основание для кровати. Мягкая и очень удобная кровать готова. Замечательно! Теперь давай соберем комод. Теперь давай выберем изысканную мебель и украшения. Вперед! Какие обои выбрать? Выбери понравившуюся напольную плитку. Спальная комната такая красивая! Давай сфотографируем ее. Это замок моей мечты! Спасибо, Мю-Мю! Спасибо! Я очень рада, что тебе понравился мой дизайн! Thank you.
есть бассейн. Привет, дизайнер Мю-Мю. Я Хо-Хо и живу в старом замке. Поможешь мне преобразить его? Конечно, ты можешь рассчитывать на меня. Этот бассейн в очень плохом состоянии. Давай это исправим. Очисти пятна с бассейна. Напольная плитка очень повреждена. Ее стоит заменить. Давай положим новую плитку. Замечательно. Дорожка повреждена, и здесь так много камней и листьев. Нанеси цемент на трещины, чтобы отремонтировать дорожку. Положи красивую каменную дорожку. Прекрасно! Рядом с бассейном гора мусора. Давай уберем его. Установи водопроводную трубу. Выбери украшение на свой вкус. Ты великолепен! А затем установи различное оборудование для бассейна. Вперед! Бассейн выглядит великолепно. Давай сфотографируем ее. Это игровая комната. Мы можем установить палатку и убрать сюда конструктор и игрушки. Убери книги и игрушки в разные ящики для хранения. Положи коврик для пола. Игрушку положить сюда. Ты великолепен!
соскреби старый плакат. Мы можем повесить доску, но для этого надо забить гвоздь. Замечательно! Давай положим сюда конструктор. Прекрасно! Здесь можно установить палатку для детей. Затем выбери понравившиеся игрушки и украшения. Вперед! Давай сфотографируем ее. Выбери комнату и начни преображение замка. Это гостиная. Нам надо отремонтировать и обновить люстру, окна, камин, столы и кресла. Давай начнем. Давай соберем обеденный стол. Такие грязные. Ух ты, так чисто! Давай повесим новые занавески. Замечательно! Проведи пальцем, чтобы вкрутить лампочку. Выбери любой абажур. Прекрасно!
уложи кирпичи, чтобы сделать камин. Гостиная комната выглядит великолепно. Теперь давай выберем изысканную мебель и украшения. Вперед! Гостиная комната великолепна! Давай сфотографируем ее. Давай сначала поклеим обои и положим напольную плитку. Положим плитку. Теперь давай подготовим кровать, шкаф и комод. Собери шкаф. Разложи одежду в шкафу. Ты великолепен! Давай выпилим основание для кровати. Мягкая и очень удобная кровать готова. Прекрасно! Теперь давай соберем комод.
Замечательно! Теперь давай выберем изысканную мебель и украшения. Вперед! Какие обои выбрать? Выбери понравившуюся напольную плитку. Красивая! Давай сфотографируем ее. Мне очень нравится, как выглядит сейчас мой замок. Спасибо, Мю-Мю. Спасибо. Я очень рада, что тебе понравился мой дизайн.